Эртоба Жанда Фими, Талмуд Иерушалми, трактат Румо, Дав, Куф, Гимель, 103 лист трактата Румо, Иерусалимского Талмуда, и ратон четвере Тора. Венишмат Кольм, Семим Халам, Абе Рушим, Орхами, Борухай, Бен Зилпо, Давид, Бен Зилпо, Мириам Бат Оснат, Сара Бат Мириам Маруся, Наслахат, Митрухот, Мисаэл, Шалом, Баарес, Уба, Ола. Теперь Гмара объясняет нашу мишну. Что мы сказали, что семена, которые Коэн собирает, простой еврей не имеет права кушать семена от Румы. Но если он их выбрасывает, простой имеет право кушать. Теперь Гмара объясняет, что это за семена. Амар Раби Йоханан бегалине агасим ве крустоломин и матнита. Наша мишна говорит про семена груши или про семена другого фрукта, называется крустомлин, который семена эти все-таки их можно съесть, они съедаются, поэтому кто-то их ест, кто-то их не ест. Поэтому если коин их ест, оставляет себе, не имеет права, простой еврей есть. Если коин выбрасывает, выбрасывает. Но семена, которые съедобные сами по себе, всегда простому еврею нельзя есть. Даже если коин эти семена трумы выбросил, а которые вообще не съедобны, и коин их себе оставил, простой еврей имеет право их есть. Дальше. Говорит Мара, первая страница 103 листа. Амар Раби Лазар. Что он говорит? Афилу тема бигалине харотев. Бемхусрин лимцица. Он говорит, ну, даже мы можем сказать про влажные семена. Что за влажные семена? Например, он говорит, что мы говорим, что раньше был большая бедность была. Семена от фиников, которые еще влажные, и там есть еще немного сладостей, люди их высасывали. Он говорит, мы говорим вот про такие семена. Говорит, ну нет. Вехат, они мы учили в мишне, наша мишна что сказала? Вехен асмота кодеш. И также косточки, которые от Корбанот в Бетамикдаше, что если коин себя оставил, еврей не имеет права есть. Выбросил, имеет право есть. Но есть косточки, в которых есть мозжечок внутри. И этот мозжечок, и лик, да, считается частью косточки. А ты говоришь, если высасывают, говорит, марбан, ид леха лемимар бемухсарод лемцаце лемацмец. Пойдем к гмара, лоб решек нафаем асхухин. Мы не говорим ли мы, что, о чем мишна говорит, не про этот мозжечок, а мишна говорит, скорее всего, называется по-английски это cartilage. Cartilage, как по-русски сказать, как сухожилие. Хрящ. Который хрящ есть на конце крыльев птичек или там, где ребра, или там, где плечо, говорит гмара. Поэтому говорит, от Раби Абау, бешем Раби Йоханан, Раби Абау, говорит, со слова Раби Йоханана, берешек, нафаем, хасхусин. И матнита. Мишна говорит, да, именно про хрящ, который есть, и кто-то его ест, кто-то его не ест. Коин, который себе его оставляет, это нельзя есть. А если выкидывает, то можно. Дальше. Говорит Мара. Мы говорили про шелуху, бран, отруби, которые остались от пшеницы. Мы сказали, что если они от свежей пшеницы, нельзя, от старой можно. Элуэн хадашот. Что значит новая пшеница? Кузман шабриот регилин лахабот. Если из этой пшеницы, из этих колосьев выбирает пшеницу палкой, то тогда она еще считается достаточно новой, достаточно влажной. Если она уже сухая, ее будут молотить. То такую пшеницу мы сказали, что когда остается, простой еврей, если эта трума не имеет права кушать. А если нет, то нет. А если она уже старая и высохшая, то тогда можно. Рабиаха Амар Ашрушимиум. Рабиаха говорит, до 30 дней пшеница считается еще свежей, а после 30 дней уже она считается старой. Дальше. Мы сказали, что коэн имеет право просеять муку, как обычную муку просеют, так и труму. Раби Абау Башем Раби Йоханан, кена я шура, что мишна сказала, с одной сеа до двух калов максимум, минимум можешь себе оставить. Говорит Мара, и что это такой размер? Да, тане, мы учили, брайта говорит, мисолет бехитим, коль шуру це, он может просеять и просеять и просеять, сколько он хочет. Даже вообще совсем мало может себя оставить. Главное, чтобы была очень тонкая мука. Умнакев бейерек хольши уроце. И также, если у него, скажем, есть капуста. Или капуста, скажем. У которой внешние листочки, они уже испортились. Он может с этой капусты убирать сколько листочков, сколько он хочет. А как мы здесь говорим, что есть определенный размер? Говорит Мара, Раби Абау бешем Раби Йоханан бима амидо аль тимрато. Он говорит, но... О чем мы говорим, что вот это именно есть и размер. Что максимум, что он может просеять муку, не может там оставить всего 2 грамма. Говоря, мне нужно тонкое гумно. 2 кава, 1 сеа. И то же самое, когда он отделяет
листочки до центрального столба. Как так может быть? Раби Яуба Шем Раби Ила, он спрашивает, кан бишне рамон, кан бишне шо. Он объясняет, когда мы говорим, что когда были голодные годы, то тогда люди много не выбрасывали этих листочков, даже они были немного испорчены, оставляли. А здесь, когда были сытые годы, тогда мы выбрасывали много листочков. Дальше говорит Мара, что тамантанин мы учили в Масехет Эдуйот, в Мишне, водичка или вот эта внутренность арбуза. Дальше, укнибад ере. И то, что мы сказали, вот эти листочки, которые отрываются от капусты, от зелени. Шель трума. Если это от трумы, рабидоса матир лезарим. Рабидоса говорит, можно это отдать простым евреям, не коэнам. Потому что коэны это выбрасывают. Нахамим асурим, осурим. А хахамим запрещает. Как так может быть? Говорит, раби Абаба Шем Раби Йоханан говорит, ло шану эла бекнибад ерек шель гананин. О чем мы говорим, когда мы здесь говорят, что нельзя? Когда мы говорим про садовников, которые выращивают эту капусту, и им не жалко 2-3 лишние листочка выбросить. Поэтому они не считаются трумо. Аваль бекабен ерек шель баале батим, но хозяин, который у него своя капуста, он много не выкинет. Выкинет именно только то, что испортилось. Поэтому это 100% не трума, это можно есть простыми евреями. Афрабанан модим. И здесь мудрецы будут согласны, что эти листочки, которые выкинул балабайт, хозяин, который в огороде что-то это растет, они не считаются уже трумой. Дальше. Рабибун дай. Рабибун спросил такой вопрос. Ло мистаб раби трума гдола. Мы говорим о какой труме. Как мы отделяем труму рахамим? 2%, которые мы даем коэну, мы даем на вид. То есть мы не взвешиваем. На глаз даем. Потому что по Торе от всего поля достаточно мне одну семечку дать коэну. Все остальное, 1/40, 1/50, 1/60, это постановление мудрецов. Поэтому вся эта трума остальная, в принципе, она трума по мудреца. Поэтому в этом случае больше листочков выкинул, больше или меньше листочков выкинул, не проблема. А вальби трума от маасер, но труму, которую дает Леви. Леви получит 10%, он должен дать 10% от этих 10% коэну. Там 10% должно быть точное. Выходит даже, теперь он дал ему капусту. В этой капусте есть плохие листочки. Но эти плохие листочки входили в эти 10%, которые он точно отдал. Как мы можем их выкинуть? Он говорит, эн алин трума аль алин, вело акрахим трума аль акрахим. Поэтому мы сказали, что там трума не может быть листочки за листочки, а стебель за стебель. Все, что он отдал там, это трума. Поэтому выходит, что наша мишна говорит про, наша гмара говорит про что? Про то, что эта трума была для коэна 2%. Но то, что Леви дает, там должно быть все точно, и там все это трума. Дальше. Мы сказали, что когда переливает человек масло трумы с одного кувшина в другой, что он должен делать? Подождать, чтобы 3 капли пролилось. А если он перевернул снова бочку и поставил нормально, и там собралось масло, это масло уже трума. Там Антонина, там мы учили Масехет Баба Батра, с вами тоже дойдем. Там вопросы продажи, купли и продажи. Человек пришел в магазин, купил вино. Гиркина умицат гарехи шер мохе. Если человек перелил, человек говорит, дай мне 2 литра вина. Он говорит, вот видишь, у меня кувшин 2 литра вина, принеси мне свою фляжку. Он ему перенимает 2 литра масла, вернее. Он ему налил, говорит, все, иди домой. Оставил он свою флягу, продавец. Там собралось масло. Чье это масло? Говорит, мишна гарехи шер мохе. Это масло остается продавцу, хозяину магазина. Аха, а там архин, а здесь что ты говоришь, а мы что сказали в нашей мишне? Если ты оставил, и там масло собралось, оно стало трума. Как так? Говорит Мара, Амар Бьоханан, леткан шель мохер эля шель лукер. Да, правильно, надо мишну поменять и сказать, что это масло, ты обещал ему 2 литра. То, что у тебя собралось, значит, ты ему 2 литра не додал. 50-100 миллилитров не додал, это покупатель. Но, говорит Гмара, другое объяснение, Амар Рабица бен Элазар мишу миуш. Рабица бен Элазар говорит, нет, то, что в мишне написано, что это остается продавцу, это правильно. Почему? Потому что тот покупатель, который пришел со флягой и взял 2 литра своей масла, или он думал, что взял 2 литра масла, он уже остальное отчаялся получить. Он уже про это забыл, поэтому остается продавцу. Дальше. Мы что сказали?
Такой же ли закон, когда человек, как мы сказали, человек переливает масло, 3 капли последние пролили, все остальное уже можно добавить туда хулин, и там трума, которая даже есть, она аннулируется. Такой же ли закон в Кодашин? Кодашин, что у нас тоже в Бет-Амикдаше возливали масло, возливали вино, там тоже был определенный размер. А сколько там нужно ожидать, чтобы из этой кружки, из этой миски это масло или вино вылилось? Так же, как и здесь, 3 капли или нет? Ата Раби Абау бешем Раби Йоханан, ах бекудашим кен, это Раби Абау спросил со слова Раби Йоханан, и говорит он так, Амар Раби Оше, он ему ответил так, ло шану эра бекудашим шеш лахен материн, про что мы говорим про кудашим, и Раби Абау со слова Раби Йоханан сказал так, такой же закон и в кудашим, как трума, так и кудашим. Теперь говорит Мара, сказал ему Раби Оше, ло шану эра бекудашим шеш лахен материн. Мы говорим про святости, у которых есть разрешение. То есть, как мы с вами говорим, что есть разрешение. Что если яичко родилось в Йом-Тов, это яичко запрещено. Даже если в 1000 раз больше. Почему? Завтра Йом-Тов закончится, это яичко само по себе становится разрешенным. И он говорит то, что мы сказали, что такой же закон 3 капли. И для того, что есть масло кодышим, в этом Мигдаше, это масло, у которого есть разрешение. Что значит разрешение? Есть сейчас масло, которое отдавалось коэну. Поэтому... Аваль бекудашим шеэн лахэм материн, но кодашим, у которых нет разрешения другим это употреблять. Как, например, вино для несахим, возливания, там все должны были вылить. Ничего коэнам не оставалось. А в менахот, как мы сказали, корбан, который приносился из менахат, там нужно было масло. Там лишнее масло отдавалось коэнам. Афилу кольшу царих лахзир. С вином, что бы ни было, ты должен вылить все на мизбеах. Все. До последнего должен ждать, сколько бы капель там не вытекало, должен ждать. Теперь говорит Мара, Раби Бун бар Хия Баэр, Раби Бун бар Хия спросил вопрос, «Хадин лок шель шемен шель мецора, а что?» То, эти нам поцелуй от Всевышнего, привет от Всевышнего. Про мецора, у нас параша Тазрия мецора, на той неделе была Тазрия, на этой неделе мецора. На той неделе Тазрия говорит про законы, как человек становится прокаженным, а мецора говорит, как этот потом прокаженный очищается. Мецура должен принести корбан, там корбан у него должен быть лог вина, лог масла вернее. Это лог масла, часть ему мазали на него, часть на мизбех, часть отдавалась коэн. Как с этим логом масла пользоваться? Теперь говорит Мара, царих лахзир, о, эно царих лахзир. Нужно ли все оттуда выжить и подождать, чтобы все вытекло или нет? И говорит Мара так. Проблема в чем? Интемар царих лахзир, у него должно быть ровно один лог вина, один лог масла, извиняюсь. Он говорит, если ты скажешь, что нужно вернуть все, нужно вылить на мизбеях, вело их зерь, он не вылил, о верми шума хесаро, сейчас он нарушил запрет, что недостаточно масла налил на жертвенник. В интемар, эно царих лахзир, если ты скажешь, что не нужно все оттуда выжрать, то тогда в их зерь, а он все-таки выжил и подождал, что все оттуда вылилось, о верми шум и трон, он нарушил запрет, лишнее масло налил на жертвенник. Что делать? Раби Ханина ло амар кен, Раби Ханина говорит, нет, не так. Эла амар би Ошея, ло шану эла би кудашим шеш лаем материн, авар би кудашим шеш лаем материн. Раби Ошея говорит, опять, что эти святости, в которых есть разрешение для коэнов и так далее, а святости, в которых нету, а филу коль шу царих лахзир. Сколько бы там ни осталось, все должен вылить на мизбеах. Ве один лок шемен шель мецура, ло ки кудашим шеш лаем материн хен. А закон вот этого масла мецура прокаженного, разве он не как кудашин? Что нельзя получать от него выгоду. Ведь ты мар царих лахзир. И ты хочешь сказать, что нужно вернуть каждую каплю. Адамра царих лахзир, вело ихзир, увер мишум хесарон. Что отсюда мы видим, что должен вернуть. А если не должен налить все. Если не налил, нарушил запрет, что налил мало масла. Таня рави халафта бен шауль, кедераши бишель батрума, магила бехамин гимель паамим ведайо. Теперь рави халафт приводит гемара брайту, который говорит рави халафта бен шауль, он говорит так. У тебя был глиняный горшок, в котором человек или коэн сварил труму. Вылил из него. Теперь он хочет горшок использовать для нетрумы, имеет право или нет. Сейчас в этот горшок впиталась трума. Он говорит, 3 раза должен опустить его в кипящую воду, агара. И все, потом проблем нету. Можешь использовать даже не для трумы. Амар Абиба, Абиба говорит, «Вээн лемидин мимена лейня невела». Но если в этом горшке сварили невела, некошерное мясо, то тогда мы этот закон не учим, что также 3 раза опустив горячую воду, и можно будет этим горшком пользоваться. Но это невера туда не выходит. И говорит Мара, 1 страница, 104 лист, Амар Биоси, Кашьята куми Раби Бар, Биоси спросил у Раби Бар вопрос,
Трума баун мита ун вила белота асе. Лата Маркен. Он говорит, как ты можешь так сказать? Что ты сказал? Горшок, который использует трума, ты раскипяток опусти, потом можешь пользоваться для чего хочешь. Горшок, которым сварили невела, опустил три раза, не работает. Он говорит, запрет невела, если человек, не дай бог, съел невела, наказание, нарушил запрет лав, запрет патори, 39 раз по ребрам. Съел труму, запрет патори, смерть, наказание смерть. А как ты говоришь, что горшок с трумой, три раза окунул, можно потом варить, а с невела нет? Гмара, амале, миканда, амар, ми илен, киблу, алехен, эт амасло. Потому что Раби Баби отвечает, что в наше время трума и масер, все это по мудрецам. Потому что когда мы вернулись в Израиль во время строительства второго Бет-Амикдаша, мы это снова приняли на себя. Не должны были приносить. Почему? Потому что большинство евреев не было в земле Израиля и так далее. Поэтому так это драбанан, трума и масрот, и поэтому облегчает. Дальше. Раби Йости бар Шунам бай куми Раби Мана. Он спросил Раби Йости у Раби Мана. Танина мы учили им иркина умицада резе трума в атамарт. Эхин. Мы что сказали? Что если ты перелил из кувшина масла, а потом ты снова кувшин поставил стоять, и там собралось масло, это масло трума. А ты сейчас что сказал? Что это трума сегодня по хахамим. А почему ты там устражаешь закон снова? Что масло, которое снова собралось со стенок, это трума. А здесь, если ты опустил горшок, где варил труму в три раза, там все закончится. Может быть, с этого горшка тоже будет выделяться трума? Ответил ему Раби Мана, амале кан але дегаур нигаль дается. Что когда ты этот горшок опустил в горячую воду, три раза эта горячая вода все, что трума, которая была, туда вытащила. И больше, когда ты будешь там варить, ничего выпитываться не будет, поэтому с этим проблем не будет. Зачем продолжим на следующем листе. Баруха Адонай Леолам. Аминь.